Дружочки-пирожочки, всем привет! В этом видео я расскажу и покажу все изменения, связанные со складами спецгрузов. Новые возможности и старые проблемы. Погнали! Мой дружок-пирожок, тебе хочется покупать самые дорогие тачки, скупать недвижимость не думая о цене, играть только в свое удовольствие. Избавь себя от унылого фарма. Заходи в мою группу по прокачке. Обеспечим валютой, уровнем или полной прокачкой персонажа. Прокачиваем как на ПК, так и на все консоли, включая новую плойку и карабокс. Ссылочка на группу в описании под видео, переходи и заказывай. Начнем с того, что теперь фармить спецгрузы можно в закрытой сессии по приглашению, что сильно упрощает соло-фарм. Да и не только соло, собрались с дружочками-пирожечками и фармите, ковыряйте там без каких-либо проблем. Но проблемки все так и есть. Например, запустить доставку груза можно через офис. Rockstar, кстати, вернули способность заказать только один ящик. Но я уже разбирал в своем видео, что даже если вы заполняете малый склад спецгрузом, то выгоднее брать по 3 ящика. Имеется в виду, что заработок в час при таком раскладе самый выгодный. Хотя раньше по логике вещей всегда думал, что это 2 ящика. Также без проблем можно купить партию ящиков через игровой зал. Там, кстати, можно и продать весь груз с определенного склада. Но делать я этого не советую по одной простой причине. Вам придется добираться до склада, если это будут, например, грузовики. Но времени дается достаточно. Поэтому, если вам так удобнее, можете запускать. А вот что меня расстроило больше всего, так это террорбайт. Вызвать его можно, и даже запустить задания клиентов. Но нельзя никак в закрытой сессии взять миссию по доставке не только ящиков, а вообще всего. Поэтому в закрытой сессии мой способ фарма бесполезен. Когда ты ставишь террорбайт между двумя складами, до которых можно и пешком добраться, с этим разобрались. Что по поводу времени кулдауна, все те же 5 минут на один склад. То есть если вы фармите спецгрузы нон-стопом, то нужно иметь минимум 2 склада, ну и летать в офис или игровой зал, чтобы запускать следующие миссии по доставке. Но всегда можно сделать открытую пустую сессию и фармить там все это дело через террорбайт, который будет стоять под окнами вашего склада или между двумя складами, которые расположены в одном районе. Теперь к новиночкам. В офисе теперь можно подойти к ассистентке и запросить экспорт разнородного товара. Что это из себя представляет? По сути, мини-доставка груза от вашего рандомного склада, если их у вас несколько, на небольшом грузовичке. Доставить его нужно в доки, туда же, куда мы доставляем эксклюзивный транспорт на экспорт. Платит за это 150 тысяч за первую перевозку. И я посмотрел, действительно, деньги прибавились. В последующие разы платит только по 50 тысяч. Тоже неплохая такая халтурка по сути. Да и мне всегда везло. Почти всегда. И склады были расположены близко к докам. Из неприятностей — это азиаты на курумах, которые, кстати, не всегда стремятся вас догнать. А также полиция, от которой можно скрыться, просто выйдя из грузовика и отморозиться в кустах. Больше полиция за вами гоняться не будет. Что по времени? Обновляется такой экспорт один раз в 48 минут, то есть ровно раз в игровые сутки. Но самое приятное заключается в том, что если вы только доставили такой груз, а после вышли из игры совсем, зайдя в игру через 48 минут или позже, у вас сразу же появится возможность снова оформить такую доставочку. Ну и еще одно нововведение. Это кладовщики. На первом складе будет сама лупа. На других будут ребята без имен. Как бы собственно и хуй с ними. Плата за обслуживание вроде как не возросла, а оплата сдельная. Так вот в чем смысл. Ты отдаешь 7500 баксов и ждешь. Ждешь либо один ящик, с большей вероятностью, либо 2 ящика. В теории возможно, наверное, и 3. Но билетов на такой аттракцион невиданной щедрости я не увидел. Ждать также 48 минут. Если вы будете в это время в игре, то уведомление слева вам покажет, что и сколько доставили на определенный склад. А после оформлять заказ снова. И опять же можно перед выходом из GTA облететь все склады и запросить ящики у каждого кладовщика. И если вернуться в GTA через 48 минут или позднее,
Ящички будут лежать уже на складах. Это замечательно. Теперь важная информация для тех, кто с обновления еще не продал ни одной партии груза, но собирается это сделать. Роки анонсировали, что мол для всех новичков, кто купит склад, первая доставочка по двойному тарифу. Это все жидкий пиздеж, акции распространяются на всех. Поэтому если после обновления вы еще не продали ни одной партии груза, советую вам набить большой склад спецгруза, а после уже его весь продать по двойному тарифу. Все последующие доставки, естественно, будут уже по обычному прайсу. Для тех, кто в танке или у кого в селе появилась одна палка 3G, один ящик стоит 10 тысяч баксов, а например 16 ящиков, нет, не 160 тысяч, а уже 240 тысяч. То есть чем больше ящиков на складе, тем больше цена одного ящика. Поэтому по возможности забивайте склады полностью. Транспорт разный, но в соло можно продать любое количество, даже 111 ящиков. Главное, чтобы это был не титан с забагованными локациями. Но этого я не проверял, возможно, пофиксили, в чем я сильно сомневаюсь. По доставке груза в закрытой сессии все точно так же, как и в пустой открытой. Никто за вами не гонится, дополнительных ботов нет, только те, которые уже были заложены в самой миссии доставки раньше. У меня, например, было два грузовика, и мне нужно было расхуярить налетчиков. Это было и до обновления. Поэтому выдыхаем и смело запускаем миссию по доставке в закрытой сессии, но без бонусов за риск. Риск потерять все, или ничего не потерять, но заработать чуть меньше, тут выбирайте сами. Для любителей экстрима, можно в соло сессии наполнить склад, а после продать в полной открытой сессии, нарваться на неадеквата, который расхуярит все твои 111 ящиков и больше не возвращаться в этот бизнес. И это не сильное похмелье, когда ты обещаешь себе больше столько не пить, у тебя действительно отбивает все желание фармить подобным образом на очень долгий срок. Да и вообще такой вид фарма быстро надоедает, говорю тебе как человек, который нон-стопом заполнял 5 складов на 111 ящиков. Кстати, отвечаю на вопрос, откуда в офисе берется столько денег на полу? Как раз с продажи спецгруза, и достаточно заработать 20 лямов, чтобы весь офис был усеян деньгами. Естественно, если у тебя денег нет, то и в офисе этих денег не будет. Также небольшой бонус после продажи спецгруза вас будет ждать в магазине одежды, в разделе аксессуары. Там появятся беспроводные наушники, и как бы я ни тыкал везде, практического применения им я не нашел. Это будут белые наушники, которые за кучерявыми волосами Павлика совсем не видно. Вроде все рассказал. Больше никаких фич я не заметил. Телефонный контакт с Лупой не добавился, то есть звякнуть ей что-то у нее заказать нельзя. С ассистенткой та же тема, только старые функции эвакуации транспорта со штрафстоянки тебе под жопу и вертолет. На этом все, мои дружочки-пирожочки. У нас еще есть ночной клуб, бункер и клабхаус, куда Роки тоже запихали некоторые новые фичи. По мере возможности обо всем расскажу. Удачных вам выходных. Всем ББ, всем ГГ.